Больше пить, меньше закусывать. Вот лучший способ избавиться от самомнения и поверхностного атеизма. Если человек умен и тих, он не опустится до легкомыслия. Степан Петрович, вас можно? У нас тут гости. Она хоть жива? Отнюдь. Вызывайте полицию. Уважаемый, нас тут опять. Вот, 48 минут назад. Так и лежала. А вы раньше ее видели? Никак нет. Константин Львович предполагает, что эта дама низкой социальной среды. Ну, кетера, то есть. А, проститутка, что ли? Ну, если угодно. Ее коллеги вот там стоят. О, Инга Викторовна, доброе утро. Или недоброе? Извините. Доброе утро, Инга Викторовна. Коллеги, давайте ближе к делу. Доброе утро или недоброе, это вы мне расскажите. БМЖ нашли ее здесь. Документов нет. В метрах в 200 отсюда стоят проститутки. Она, возможно, стала жертвой клиента-садиста. Вот это нашли в кармане. Взрослый мир. Интим-шоп. Так что, ее задушили? Ее абсолютно точно не задушили, но умерла от асфиксии. Пока это все, что я могу сказать. Спасибо, Инна. Остальное после вскрытия. Продолжаем осмотр. Перелом щитовидного хряща вызвал резкий отек гортани. Ростик, внутренние мышцы сократились и полностью перекрыли доступ кислорода. То есть ее задушили? Олег Анатольевич, я понимаю, вы в терминологии не сильны, но, по-моему, я очевидные вещи говорю. Инга Викторовна, я понимаю, что вы не в духе, но все-таки поделитесь соображениями, как она умерла. С удовольствием. Убийца ребром ладони нанес удар в область конической связки и переломил щитовидный хрящ. То есть каратист какой-то? Да-да, я читал, это удар в дрожащую ладонь. В волосистой части головы имеются проплешины. Убийца схватил ее за волосы, но она вырвалась. А вы сделали все эти выводы на основании первичного осмотра? Может, вы еще скажете ее имя и фамилию? Олег Анатольевич, искать имена и фамилии – это ваша работа. А я со своей стороны могу сказать, что жертва со стоматологом не дружила. Треснут первый премоляр, все зубы в скверном состоянии. В первом премоляре остатки пищи. Ростик, с вас токсикологический анализ полости рта. Угу. Что вот это за... раздражений? Имеется сыпь. Причину пока не могу назвать. Дальше. Проксимальные фаланги. Олег Анатольевич, я вас умоляю, ответьте на телефон. Да. Да, говори. И если можно, капельку тише. Ну, это не сейчас, долго. Я тебе перезвоню потом. Давай. Вообще-то здесь люди работают. А я, по-вашему, что тут, в потолок плюю, что ли? В таком случае идите сюда, я вам покажу кое-что интересное. Не бойтесь, подходите, она не кусается. Она-то не кусается, в отличие от вас, Инга Викторовна. Могу, если вам еще раз кто-нибудь позвонит. Ее убили смертельным ударом, нанесенным в область гортани. Прежде чем убили, поиздевались хорошенько. Можно я продолжу? Лопнувшая барабанная перепонка от удара. Презервативы в кармане, алкоголь в желудке. Все это говорит о том, что убитая была проституткой. И стала она жертвой клиента-садиста. Случай годичной давности. Припоминайте, Степан Степанович, у убитой очень похожа по характеру травма. И райончик тот же. А, кстати, да. Труп был выброшен из машины, и девочка была одета как-то вызывающе. Да,
прозрачное платьице, ну, практически голое. Ну, потому что рядом с местом убийства стоят проститутки. И вечерочком я, кстати, к ним наведываюсь. Можно я теперь продолжу? Она не проститутка. Она проститутка. Она не проститутка? Почему такое предвзятое отношение ко всем женщинам? Начинается лекция по феминизму. Достаем блокнот. Вы, Зиновий Евгеньевич, не переживайте. Если вы что-то пропустите, я вам еще раз эту лекцию прочту. Ну что ты в бутылку лезешь? Ты же сама говорила, что факты говорят о том, что преступление было совершено на сексуальной почве. Или тебе лишь бы поспорить? Степан Степанович, на первый взгляд действительно могло показаться, что это убийство проститутки. Но я сделала осмотр. Ну и что там? По результатам осмотра изменений половых органов, характерных для такой профессии, нету. Судя по маркерам, у нее вообще не было половых контактов в этот день. А, ну предположим. Ну а телесные повреждения? Она сама себе их нанесла. Читайте. Телесных повреждений, характерных для садиста-маньяка, нет. Здесь что-то другое. Ладно, если это все, Степаныч, я пойду, надо поработать. Поработай. Халатик-то из секс-шопа? Из секс-шопа и с бейджиком. Боже, какой хороший магазин, милый. Столько всего. Давай что-нибудь купим? Инга Викторовна, перестаньте. Какие плеточки. Смотри, вот тот костюмчик. Мне кажется, тебе подойдет. Добрый день. Интересует костюмчик? Есть ваш размер. Хотите примерить? Милый, ты такой зажатый сегодня. Расслабься, молчите. Подарок контрацептивы с ароматом банана. Надо брать. Молчите. Нам надо задать вам пару вопросов. Я понял. В ДСМ? Нет. Кто и когда купил этот халатик? Извините, мы не имеем права разглашать информацию о клиентах. Нам нужна полная информация по покупателю. Разрешите. А молодая девушка позавчера? Быстро вы вспомнили. А все дело в размере. В XS не каждая влезет, не ходовой товар. Постоянный покупатель? Нет, нет, впервые ее видел. Сказала, хотела своему парню сделать сюрприз. Это все? Нет, мы с ней разговаривали. Кстати, оказалось, что она тоже работает в сфере торговли игрушками, только детскими. Фирма Alibaba, по-моему. Аладдин. Да, точно. Мне нужно видео с камер наблюдения. За последние 3 дня. Хорошо, сейчас сделаем. Да. Можно? Чего тебе? Курьер принес заказное письмо. Угу. Ты Зина, ну? Мало того, что он документы подал за моей спиной, так он еще и... Теперь ему характеристика нужна. Пишу ему характеристику. Ты только смотри, чтобы никому не ляпнул. Дядя Степа, я вас когда-нибудь подводил? Ты мне тут не дядя Степой. Я расскажу твоей матери, знаешь, куда она отправит тебя работать? Простите, Степан Степанович. Чего стоишь? Инга Викторовна, я нашел. Я выяснил. Наша убитая работала в главном офисе. А он находится на территории склада. Вот тут. А я это место очень хорошо знаю. Это промзона. Далеко за городом? Ну да, далековато. У нас машина как бы в ремонте. Я могу на вас рассчитывать? Вот я ожидала чего-то такого. Вы поэтому со мной решили ходом расследования поделиться? Ну, не только. Ладно, поехали, черт с вами. Без меня вы все равно это дело еще 5 лет будете расследовать. Идут. Странное место. Руки! Кто такие? Полиция.
Извините. Леонид Иванович, ну что ты так пугаешь людей? Опусти. Простите его, ради бога. Представьтесь, надо понимать, с кем мы имеем дело. Я Александр Петрович Розовский, директор компании «Алладин». Ну, это чудесно. Вам знакома эта девушка? Ну, конечно, это Яна, наш оператор. А что случилось? Ее убили. Как это? Надо задать пару вопросов, где можно это сделать. Давайте пройдем в мой кабинет. Ну, давайте. Прошу. У вас тут все серьезно, я смотрю. Да места, знаете ли, глухие. Но у нас есть разрешение на оружие, патроны холостые, так попугать непрошенных гостей. И всех вы так любезно встречаете? Да нет, что вы. Просто вчера сломалась сигнализация. Вот, охраны как таковой нет. А здесь склад игрушек, ого, на сколько тысяч. Ну, а Леонид Иванович за складом, лицо материально ответственное, так что извините, ради бога. Вот, пожалуйста. Проходите, располагайтесь. Фух, жарко. Вот вентилятор. Может быть, кофе, чай? Нет, благодарю. Так, сейчас я… Вот. Личное дело Яночки. Пожалуйста. Скажите, а что вам о ней известно? С кем общалась? Какой была? Была обычная девчонка. Работала она у нас года два. Сама из пригорода, жила с каким-то парнем. Его родственники укатили за границу где-то на полгода. Ну, и оставили их присматривать за квартирой. А что за парень? Вы его знаете? Да я его видел раза два, когда он приходил за Яной. Неблагонадежный у него вид. Мне даже кажется, что он безработный. Почему так думаете? Ну, дело в том, что Яночка неоднократно просила у меня зарплату наперед. Ну, я чисто по-человечески входил в ее положение. Даже представить не могу, кто ее убил. А у вас есть какие-нибудь подозреваемые? Это тайна следствия. Инга Викторовна, вы как-то торопитесь. Может, сбавите оборот? Мне нравится мой стиль вождения, Олег Анатольевич. Пересаживайтесь на общественный транспорт. Да? Ладно. Так, нашел ее профиль. В статусе отношений значится некий Женя Р. Кроме фотки прошлогодней давности в очках, больше информации нет. Ну-ка, покажите. Вот ее профиль. Раз, вот два и три. Вполне себе безобидные фотки. Она точно не проститутка. Ну, не факт. Она могла вести двойную жизнь. Угу. А ее парень? Вряд ли бы ему это понравилось. Да. Но это… Пассажир мог запросто быть ее сутенером. Вы же слышали, что сказал директор? Неблагонадежный, денег не хватало и так далее. Да, Степаныч, мы вышли на имя жертвы. Сейчас с Ингой Викторовной едем на квартиру. Слушай, можешь прислать Зиновия? Да, но пиши адрес. Странно, бутылка шампанского не распечатана? А в желудке у Яны мы обнаружили виски. То есть вы намекаете на то, что жертва была пьяна перед смертью? Намеки не моя сильная сторона, Олег Анатольевич. Нет, она не была пьяна. У нее виски обнаружен только в желудке, а в крови нет. Красиво. Интересно, кто из них художник? А мне интересно, кто баловался вот этим. Трава, что ли? Да, она самая. Нашел в вазочке. Зиновий Евгеньевич. Ну? Вот что вы за гадость все время жуете? Хрустите, хрустите, хрустите. У вас желудок слабый, для зубов вредно. Гречневые хлебцы. Мама посоветовала. 243 калории. Так, мне срочно в лабораторию нужно. Вы же сами доедете, верно? Инга Викторовна, ну как же все? У меня одна мысль появилась. Очень интересная. Хочу срочно проверить. Олег Анатольевич,
А знаете, почему у нашей выскочки мужа нет? Не знаю, мне это не интересно. А я вам скажу. Первый муж ее бросил и всех остальных предупредил. Дураком нынче нет. Ростик. Ну как успехи? Какие успехи? Образец пищи и зубы Яны. Я же этим вообще не занимался. Инга Викторовна, вы, Коль, подождите, сейчас через пару минут будет все готово. Сейчас я... куда бы... Сейчас я это все поставлю куда-то и... Вот, куда ж мы... Ух ты! Давайте все-таки без спецэффектов обойдемся. Давайте. Где образец? Дайте его мне, я сама посмотрю. Так я и думала. Инга Викторовна, рассказывайте, что обнаружили. Не поверите, Олег Анатольевич, стоматология мой конек. Смотрите, что я в зубе Яны нашла. Вы издеваетесь? Я в этом ничего не понимаю. Жертва укусила убийцу с такой силой, что треснул первый премоляр. Кусок плоти убийцы застрял у нее в зубе. То есть нам нужно искать убийцу с раной от человеческого укуса? Ага. Это сузит круг поиска значительно. Я думаю, что нужно искать парня жертвы. Где бы найти этого парня? Вот это вопрос. Где Викторовна? Вызвали? Да, Ростик. Сделай токсикологический анализ плоти и пробей его ДНК. Справитесь? Конечно. Через пару часов будет все готово. Кто вам разрешил? Отдайте. Отдайте сейчас же. Я хочу знать, чем это все закончится. Вам что, и правда понравилось? Никогда ничего подобного не читала. А подпишите мне книжку, когда ее напечатают. Зиновий Викентьевич, я... Ого! Красиво. Не перестаете меня удивлять. А что здесь удивительного, если человек хочет выглядеть опрятным? Я просто поставил пятно. Вообще, покиньте кабинет. Здесь вам не стриптиз. Да-да-да, на стриптиз это мало похоже. Или все-таки похоже на стриптиз? Видите следы? Флуоресцентная краска. Такой в интерьерах ночных клубов используют. Дальше. Синяки. Мозоли на руках. Это все следы от пилона. То есть она стриптизерша? Да нет, вряд ли. У профессионалок мышцы более натренированные. Полденсом не больше года занималась. Оп. Печать ночного клуба? Вы какой-то бледный сегодня, Олег Анатольевич. Вы хорошо себя чувствуете? Давайте вам чаю крепкого заварю. Нет, я лучше пойду подышу. Не нравится ему с нами. Инга Викторовна, я хочу реабилитироваться за зуб. Дактилоскопическая экспертиза показала, что отпечатки склона принадлежат некой Алле Пак. Ее данные есть в базе полиции. На чем погорела? Привлекалась за сутенерство. Интересно. Еще у нее есть своя школа танцев, клуб «Черри», по-моему. Похоже, Олег Анатольевич, вам с ней искать общий язык. Разберемся.
Я пойду лучше подышу воздушком. Первый раз ее вижу. Это все? Я вас предупреждал о даче ложных показаний. У вас на меня ничего нет, ребят. Печать вашего клуба? И че? Такие малолетки ходят каждый день, ничего. В лицо их узнавать. Пальчики, как оказались ваши на этом кулоне? Короче, мне надо позвонить адвокату. Так, Яна убита. Мы думаем, что это сделали вы. Да мы не думаем, мы уверены. Закрывать дело? Да. В камеру ее? Оформляйте. Я предоставлю доказательства. Так, подождите, это, стоп. Да, я ее знала. Знала, что все это так закончится. Короче, два дня назад у нас была частная вечеринка. Бубен день рождения праздновал. А он владелец клуба восточных единоборств. Ну, короче, организаторы заказали девочек, чтобы они танцевали гу-гу. Бубен захотел Яну. Яна ему не дала. Все. Пальчики ваши как на этом кулоне оказались? Уговаривала я ее согласиться. Подрались? Ну, как подрались? Ну, ударила ее там пару раз по лицу. Наотмашь. Ну, она тоже как бы себя в обиду не дала, за волосы там меня схватила. Я начала защищаться, за шею ее схватила. Не знаю, может, это зацепилось как-то мне за руку. Получается, вы ее убили? Да я не убивала, ребята. Серьезно. У меня свидетель даже есть, что Яна выходила от меня живой. Так, и кто свидетель? Бубен свидетель. Он вошел вот прям как раз в самый разгар нашей драки. И хотел нас разнять, а Янка ему это под живот дала. И что Бубен? Что Бубен сказал, замочит ее прям там? Так он бы так и сделал, если от боли бы не корчился. Я вам серьезно, ребят, говорю, я здесь вообще ни при чем. Что это? Кто ее так? Яна была убита спецприемом, который используется в восточных единоборствах. Ребром ладони удар был нанесен в кадык. Братцы, я клянусь, это не я. Ну, когда выпьет, да, дурак, но убивать нет. Ладно. Где вы были прошлой ночью и вечером? У мамы. Днюху отмечал. Ну, не верите, спросите ее. Что с рукой? Покажите. Да не на что там смотреть. Покажите руку. Мама не учила, что даме отказывать невежливо. Это я когда стакан пил, осколок полетел. Именно поэтому хозяин клуба восточных единоборств Константин Бубнов, он же Бубен, арестован по подозрению в убийстве Яны Синицкой. Хорошая работа, молодец. Олег Анатольевич, а вы хотя бы алиби его проверили? Инга Викторовна, не смешите. Какое алиби? Мама – обширная доказательная база. Я не могу. Ну да, алиби у него слабое. Интуиция мне подсказывает, что убийца – это он. Вы интуицией начали пользоваться, Олег Анатольевич? Но это меняет дело. Нет, ну почему? Олег прав. Попытка изнасилования, угроза, рана на руке, спецприемник. Все указывает на Бубнова. Инга Викторовна, вам вообще интересно то, что я сейчас говорю? Ростик, поторопитесь. Да, Инга Викторовна, я уже бегу. Можно? Это ДНК материала из ротовой полости, а это анализ крови Бубнова. Взгляните, Зиновий Викентич. С удовольствием. ДНК-материалы из ротовой полости Яны Синицкой не соответствуют материалу ДНК Константина Бубнова. Вы так весело хохотали. А мы в характеристике так и напишем. Хохотун, душа компании. Я проверял, в базе отсутствует человек с таким ДНК. А что, если
укусила она одного, а убил ее Бубнов. Ну, Степаныч, после этих анализов мне ему предъявить нечего. Яну убил тот, кого она укусила. В следах плоти укушенного обнаружен гепатит С. Бубнов чист. Ну, тогда мы вернулись к версии, что убийца – это парень Яны. Постойте, постойте. В квартире мы нашли сигарету с марихуаной. Возможно, он наркоман, даже кололся. Моя мама часто говорила, что наркоман ради дозы готовы на все, даже на убийство. Кстати, в плоти укушенного обнаружен гепатит С. Олег, а что у тебя по этому парню? Да ничего пока, но мы разместили на него ориентировку. Ему не уйти. Ладно, все, все свободны. И держите меня в курсе. Дина Викентьевна, что-то хотели? Я вообще не понимаю, как можно кого-то найти по этим ориентировкам вашим. Усы приклеит, и уже другой человек. У вас есть другое предположение, как нам выйти на этого Женю? Ростик, а что с настроением? Инга Викторовна, я нашел аллерген, вызвавший у Яны сыпь, но понятия не имею, откуда он там взялся. Окись хрома, ферроцианиды, галогеноорганические соединения. Олег Анатольевич, быстро найдите мне фотки, которые мы изъяли из квартиры Яны и Жени. Делается. Ну вот. Видите, у Жени все тело в татуировках. В ориентировке так и было указано. Все тело в татуировках. Олег Анатольевич, вы вот о чем-нибудь другом, кроме своей ориентировки, можете думать? Посмотрите лучше сюда. Окись хрома и ферроцианиды – это пигменты, а галогеноорганические соединения – это консервант. Помните, мне рисунок понравился у Яны и Жени в квартире? Ну? Это краска для татуировок. Может, ее парень тату-мастер? А вот это я вам предлагаю проверить. Sir, yes, sir. Степан Степанович, я не могу понять причин вашей травли. Зиновий Акинч, я все время думаю, какую вам характеристику написать, хорошую или ту, которую вы заслуживаете? Я думаю, что в моем случае эти понятия идентичны. А вы знаете ли вы, Зиновий Акинч, что не все наши фантазии сбываются? Вам не говорили об этом в детстве? Скучно здесь. Телевизор один его выручает. Вот вчера смотрел фильм один про писателя в возрасте. Он в санатории отдыхает и пишет что-то вроде романа. Скука какая. Пап, нельзя смотреть плохие фильмы. Ну вот, заходит он к себе в номер, а там горничная. Живая или мертвая? Живая. Читает его роман. Он ей, как вам не стыдно, отдайте, она ни в какую. Знаешь почему? Роман понравился. Да. Пап, ты книгу пишешь? Нет. А если бы и писал, что в этом плохого? Прости. Да, Олег Анатольевич. Да, сейчас буду. Прости, мне надо бежать. Люблю тебя. Давай. Пока. Пока. Я узнал, что окись хрома, ферроцианиды и прочая бодяга находится в составе китайских дешевых красок. В основном их используют начинающие мастера. Также есть подозрение, что парень погибший снимает комнату, оборудованную под тату-салон. Она должна быть здесь, за углом. Вот она. Стоять? Мы к вам. Да, мы уже закрыты. Мы из полиции. Пару вопросов. Вам знакомы вот эти люди? Ну, это Жека и Янка. Только я их давно не видел. Ни его, ни ее. А чего так? Вы же друзья вроде. То какие друзья? Он у меня работал, месяц назад уволился. Все, больше не пересекались. А где нам найти этого Жеку? Чел, я сказал, я не в теме. Слушай, Яна убита. Поможешь нам убийц найти? Так что, чел, говори, где найти твоего Жеку.
Стоять! Жека, беги! Догонит, нет? Ушел, гад. Ушел. И почему я не удивлена? А мы тут как раз спорили, догоните или нет. Вы мне бургер и колу должны. Вы не беспокоитесь о своей фигуре? Вы за мою фигуру беспокоитесь. Я беспокоюсь, да. Тут сразу было без вариантов. Жека ж паркуром занимается. Ну, я пойду. Не-не, с нами. Ну, пойдешь, пойдешь, только в участок. Давай-давай. Там посидишь. Горячий прием, все дела. Обыскали ваш тату-салон. Оказывается, вы еще и травкой приторговываете. Поэтому Женя прикрывал? Не, ну да. Я думал, он на травке спалился. А про Яну я вообще не в курсе, клянусь. Можете проверить. Жека пришел, сказал, что срочно надо бабла, я там пару копеек дал, больше у меня не было, так он, падла, мой телефон забрал. Ну, ясно. Этим должен заниматься отдел по борьбе с наркотиками. А с вами, Инга Викторовна, я хотел бы кое-что обсудить, если вы не против. Давайте. С вас кофе. Может, все-таки гамбургер и сок? Нет, Олег Анатольевич, кофе. Обожаю этот кофе из автомата. Мне нравится, не пейте, другого у нас нет. Да нет, с удовольствием пью, благодарю. О чем поговорить хотели? Вот скрины переписки Яны и Жени из соцсетей. Ребят полчаса назад скинули. У меня все супер. Они клюнули, я забил стрелку. Реально согласились на 50 тысяч. Как лохи повелись. Супер, тебя ждет сюрприз. Какой секрет? А, сюрприз — это, я так понимаю, костюм из секс-шопа. Мне нравятся эти ребята, классные. И, судя по всему, это реальная причина убийства. И чтобы найти убийцу, нам нужно понять, кого они шантажировали. Нам в любом случае нужен Женя. А вы его упустили. Ладно вам. Да. Да, говори. Так. Да. Надо ехать. Все, отбой. Женя нарисовался, и ни за что не угадайте имя жертв. Давайте в викторину не будем играть, Олег Анатольевич. Горняк Леонид Николаевич. Завсклады компании «Аладдин». Как вам такой поворот? Это который нас чуть не пристрелил тогда. Да, консьерж увидел падающее тело, выбежал посмотреть, увидел убегающего Женю. Сейчас горняка оперируют. То есть получается, что Яна, Горняк и Женя как-то связаны. Так. Но как? Теоретически Горняк мог приставать к Яне. Поехали, поехали, поехали. Ну что, док? Это просто чудо, что он остался жив. Прогнозы были крайне неблагоприятны. Он в сознании? Пока мы к нему никого не пускаем. Но вы же понимаете, что это означает? Что? Ну, как минимум, нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. Или же забота о тяжелобольном пациенте. Затем все, разговор окончен, мне еще одна операция, мне нужно подготовиться. Мне кажется, я знаю, где он. Так. А вот и наш клиент с гепатитом. Опачки. Здравич. Ты следующий. Она идет за тобой. Остановка сердца. Немедленно покиньте палату. Александр Петрович? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы в курсе, что произошло с вашим заведующим склада? Да, мне звонила его жена и просила денег на похороны.
Я могу быть вам чем-то полезен? Хотим задать вам несколько вопросов. Понятно. Давайте пройдем ко мне в кабинет. Не скрывать нечего. Прошу. В каких отношениях Яна была с вашим завскладом Горняком? Он же был ее непосредственным начальником. В каких отношениях? В рабочих? Обычных? А что? А как вы думаете, Горняк мог убить Яну? Да ну что, какой из Горняка убийца? Он муху не может обидеть. Александр Петрович, Горняк перед смертью произнес такую фразу странную. Петрович, ты следующий, он придет за тобой. Что это может значить? Как вы думаете, кому адресовано? Возможно, что вам? Ну, вы же понимаете, что это ерунда. Что мало на свете Петровичей? Давайте по чуть-чуть. За упокой его души. Вы как к виски относитесь? Благодарю, прекрасно отношусь, но я за рулем. Я тоже, но я на работе. А где дамская комната у вас? За дверью налево. Александр Петрович, вы же понимаете, что после смерти двух ваших сотрудников нам надо поговорить с их коллегами. И нам нужен доступ к компьютеру Горняка. Понимаю, понимаю. Я дам распоряжение, вам помогут. Алло, Ростик, а что там мы в желудке у Яны обнаружили? Виски. А реально определить какой? Пожарованный, 46-градусный. Ростик, ты чертов гений. Спасибо. Во-во-во, мужики! Давай, Гриша, ломай ему шею! А что вы несете? А то, что господин полицейский. Оказались вы не в то время и не в том месте. Наркотики. Вот почему Яну убили. Сволочь. Тварь, ненавижу же все. В общем, Яна сказала, что к ним на склад какой-то левый товар из Китая приходит. И что они на этом много бабла поднимали. И мы решили, что разведем ее начальником, скажем, что мы типа в курсе и сообщим, куда надо. Я так понимаю, что речь шла о сумме в 50 тысяч долларов? И Розовский согласился на все ваши условия. Я тоже так думал, что он согласился. И они мне место назначили условное, где деньги должны были передать. Но они меня схватить пытались. Я убежал. Телефон, правда, оставил. То есть, когда вы начали шантажировать Розовского, он подумал, что это из-за наркотиков? Ну, получается так. Яна, дурочка, она же не знала, на что нас подписала? Да, не знала. А тебе теперь светит срок за убийство Горняка. У меня все равно выхода не было. Немцы мочили. Так я знал, где он живет, и заявился к нему. Как тушу такую с балкона сбросили? Я не с балкона его сбросил. Я его на крышу заманил. Ну, сказал, что у меня, мол, есть улики, что это он. Что это он Яну убил. Что за деньги молчать буду. И он поверил? Слушайте, я не знаю, поверил он или убить меня хотел сам. Только паркуром я занимаюсь, а не он. То есть вы убили Горняка, а потом сразу поехали на склад убивать Розовского? Слушай, а чего вообще спрашиваете? Вы и так все знаете. Обидно только, что вы мне помешали.
Теперь эта мразь будет жить. Ты о себе подумай, а не о нем. Чего мне думать? И что за одного, что за двоих все равно срок мотать. Как вы вышли на шантажистов? Мы думали, что они на лоха нарвались. Только я давно уже не мальчик. Хорошо, вы их вычислили. А зачем убили? А кто сказал, что я убивал? Это Горняк убивал, это его рук дело. Здравствуй, Яночка. Ян, солнце. Ну, нельзя наезжать на взрослых дядей, Ян. Это неправильно. Сломанные пальцы, вырванные волосы, алкоголь в желудке. И вы пытаетесь убедить нас, что это дело рук Горняка? Я клянусь вам, я к ней даже пальцем не прикоснулся. Алкоголь, который мы изъяли из вашего кабинета, идентичен тому, который мы обнаружили в желудке Яны. Стоп. Стоп. А почему вы решили, что она пила у меня? Потому что концентрация алкоголя у нее в желудке выше, чем в крови. А это говорит о том, что алкоголь употреблялся за несколько минут до смерти. Ее убили вы. Вы ее пытали, потому что думали, что она знает про наркотики. Извините, пожалуйста, я ничего не знаю, я просто вам хотела деньги. Ты, сучка, нам все расскажешь. Ленчик, давай. Иди сюда, иди, сучка. Ты мне все расскажешь, все расскажешь. Слушай, Ленчик, ты ее не убил? Да хрен ее знает. И у меня последний вопрос. Как именно вы избавились от тела? В результате расследования, проведенного нашим бюро, полиция накрыла целый картель. Отличная работа, наконец-то вы стали одной командой. С чем я вас поздравляю. Инга Викторовна отлично провела экспертизу. Олег Анатольевич качественно и оперативно провел свою часть работы. Степаныч, я хочу тебя поблагодарить за все, что ты для меня сделал. И многому меня научил. Был мне как батя, но я должен предупредить, что с понедельника у тебя новый следак. Это что, шутка? Нет. Я написал рапорт о переводе. Зиновий Викентич. Инга Викторовна. До свидания. Даже не знаю, радоваться или грустить по этому поводу. А что вы так на меня уставились? Я здесь вообще ни при чем. А есть варианты? Инга, ты должна была бы засунуть себе свой характер. Но ты не можешь этого сделать. Потому что у тебя там шило. Да клянусь, я ничего не делала.